научно-исследовательский центр представляет собой два купола с системой подземных сооружений, расположенных в толще скалы. Ввиду секретности проводимых исследований, центр оснащен мощной системой безопасности, включающей в себя сторожевые вышки и патрули. Причем в начале проведения эксперимента охрана была усилена подразделением морской пехоты и одним тяжелым танком. Не понимаю, как эти твари смогли захватить их врасплох. В общем, не хочу вас расстраивать, парни, но, похоже, вам окажут достойное сопротивление. Главная ваша задача — пробраться внутрь центра. И это не так просто, как может показаться. Ворота наверняка заперты, и электронные ключи были у офицеров охраны. В общем, придется потрудиться. Понял, хорошо. Есть. Понял, хорошо. Давай. Вперед, вперед! Вперед, понял, хорошо. Парни, а ну-ка шевелим ногами. Всем собраться у входа в научный.